как быстро сделать вот такое приглашение в сине-белой гамме. Переходим на сайт Бузару по ссылке в описании. Далее вы можете скачать шаблон, нажав на кнопку Download файл и отредактировать его в любой удобной вам программе. Либо можно дополнить шаблон прямо на сайте, вы можете добавить выделение или что-то нарисовать. Добавить текст. Добавить свою графику, например, логотип. Чтобы сохранить или сразу распечатать готовый результат, нажмите на значок принтера. В появившемся окне можно выбрать пункт «Сохранить как PDF», чтобы сохранить файл для дальнейшего редактирования. Или сразу распечатать полученный результат. Если вам потребуется помощь или совет по работе с шаблоном, вы можете обратиться на нашу страницу Boosty, ссылка в описании.